все по местам, за работу! На этой кухне не готовят традиционных блюд. Здесь предлагают отведать уникальные танцевальные, вокальные и юмористические номера. В этот раз сцена гала-концерта студенческой весны превратилась в импровизированный ресторан. Управляет кухней шеф-повар с 5-летним стажем Тимур Минаков. Организовать такие грандиозные мероприятия помогает руководство вуза. Руководство нашей академии очень сильно нас во всем поддерживает. Стоит, как говорится, только подойти и, конечно же, сразу дают какой-то зеленый свет. Потому что мы доказываем все это на деле, а руководство это все видит. И как бы у нас получается такой очень сильно слаженный тандем. Внутривузовский гала-концерт «Студенческая весна» по традиции собрал все самые яркие номера. Будущие юристы удивляли жюри сложными цирковыми трюками, виртуозной игрой на музыкальных инструментах, шутками и песнями. Вы просто сегодня превзошли себя. Я вот 13-й год уже с вами встречаю студенческую весну, но такого я, конечно, еще не видел. Концерт просто шикарный. Вот все 4 курса живу со студенческой весной. Вот эмоции просто непередаваемые. Вот этот концерт, эти эмоции, они ничем не заменимы. Поэтому, будучи на 4-м курсе, уже выпускаясь, мы думаем, как нам будет грустно без студенческой весны. Некоторые из студентов открыли в себе и совсем новые таланты. Например, участники театра МОД самостоятельно подготовили эскизы и сшили костюмы, демонстрирующие историю династии Романовых. На самом деле это достаточно сложный процесс в том плане, что на каждого человека мы же шьем персональный костюм. То есть выкройки идут не на какой-то конкретный размер, а именно на человека, то есть на его фигуру. И очень сложно что-то подобрать. Приходится по несколько раз все распарывать, перешивать, чтобы в конце все было очень эпично, красиво и чтобы всем понравилось. Областная студенческая весна пройдет в регионе уже в 21 раз. 13 побед подряд на этом фестивале на счету студентов Саратовской юридической академии. В этом году команда вуза планирует одержать очередную. Говорят, что знает рецепт. Альфия Багапова, Нина Цепайкина, Максим Пустовалов, Саратов, 24.